Задумайтесь, население Америки в 2012 году 314 миллионов человек. Из них 8 миллионов – долларовые миллионеры. Это каждый 39-й человек. Из них 1,5 миллиона миллионеров сделали свой капитал на сетевом бизнесе. Это каждый 5-й миллионер в Америке. Вы считаете Японию передовой страной? На сегодняшний день почти все продукты в Японии продаются через MLM. Это продукты питания, одежда, вода, электричество, мобильная связь. Зарплата президента России – 10 тысяч долларов в месяц. Президента Франции – 19 тысяч долларов в месяц. Президента Америки – 33 тысячи долларов в месяц. Средние лидеры MLM-компаний выходят на доход в 50 тысяч долларов в месяц уже за 2 года. Думаете, так не бывает? Возьмем жизнь среднестатистического человека – 70 лет. Из них 50 лет живет на самообеспечении, из которых 16 лет спит, 25 лет работает и 5 лет проводит в дороге на работу. И лишь 5 лет находится в окружении родных и близких. Сколько же лет человек по-настоящему счастлив? Только задумайтесь, тот уровень дохода в сетевом бизнесе, который раньше достигали за 10-20 лет, сейчас новички делают за 1-2 года. Индустрия сетевого бизнеса выпустила самое большое количество миллионеров в мире. Пока вы смотрели этот ролик, 3 человека стали долларовыми миллионерами благодаря сетевому бизнесу. Говорили вам об этом в школе или институте? Если нет, то почему? Очень важно, никому об этом не говорить.